Жительница Харькова Марина Котляренко участвовала в блокаде Ленинграда и служила в железнодорожных войсках. Свою первую награду она получила в 17 лет. Говорит, во время оккупации сложнее всего приходилось партизанам. По сей день многие подпольщики лежат в неизвестных могилах. Это были героические люди. И то, что их много погибло, конечно, это очень плохо. Но они защитили нашу тоже родину и очень много сделали. Если б не партизаны, может быть, еще война длилась еще не один год, понимаете? А вот партизаны, вот это очень большая была поддержка. Это 74-я годовщина от начала подпольно-партизанского движения против нацистских захватчиков в Украине. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовали участники Второй мировой войны, руководители общественных организаций, а также представители областных и городских властей. Мы чтим этих людей, чтим их подвиги, которые они совершали тогда, совершают сейчас, живя в это время, которое приходят люди по 90 лет. Это отрадно, и, конечно, мы хотим всячески показать им, что та история, какие бы сегодня ни были исторические события развития нашей страны, общество в целом, та история, она остается историей, их подвиги остаются подвигами, мы это ценим, чтим, и великое им спасибо за то, что они сделали в свое время. На сегодняшний день в Харьковской области осталось около 60 участников партизанского движения. Ксения Ручка, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».